этот. Или так уж. Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Миром Господу помолимся. О свышнем мире и спасении ею Господу помолимся. О мире всего мира, благостоянии святых Божиих церквей, соединении всех Господу помолимся. О святем храме всем и с верою, благоговением и страхом Божиим, входящих во онь, Господу помолимся. О великом Господине и Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, и о Господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите Ювеналии, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем причте и людях Господу помолимся. О Богохранимей стране нашей России, и властях и воинстве, и я Господу помолимся. О рабе Божией Борисе и рабе Божией Валентине, ныне обручающихся друг другу, и о спасении их Господу помолимся. О еже подати сим чадам в приятии рода и всем яже ко спасению прошением Господу помолимся. О еже не спаслатися им любви совершенней, мирней и помощи, Господу помолимся. О еже сохранитеся им единомудрие, в единомыслии и тверди вере, Господу помолимся. О еже благословитеся им в непорочном жительстве, Господу помолимся. Якогда Господь Бог наш дарует им брак честен и ложе нескверное, Господу помолимся. О, избавитеся нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и присно Деву Марию со всеми святыми, поминовши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Боже вечный, расстоящийся собравый в соединении, и союз любви положивый, им неразрушимый, благословивый Исаака и Ревекку, и наследники их Твоего обетования показавый, сам благослови и рабов Твоих сих, Бориса и Валентину, наставляя их на всякое дело благое, яко милостивый и человеколюбец Бог есть, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Мир всем.
главы нашего, ваше Господи, и преклоните. Господи Боже наш, от язык предобручивый церковь Деву чистую, благослови обручение сие, и соедини и сохрани рабы Твои сие в мире и единомыслии. Тебе бо подобает всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Обручается раб Божий Борис, раби Божий Валентин, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Обручается раб Божий Борис, раби Божий Валентин, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Обручается раб Божий Борис, раби Божий Валентин, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Целуйте кольцо. Не до конца надеваем, а мизинчиком придерживаем, чтобы не упало. Ладно? Обручается раба Божия Валентина, рабу Божию Борису, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Обручается раба Божия Валентина, рабу Божию Борису, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Обручается раба Божия Валентина, рабу Божию Борису, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Тоже не до конца, вот так, и придерживаем. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. И друг другу до конца помогайте молить. Господу помолимся. Господи Боже наш, от руку патриарха Авраама, сшествовав в Средоречии, посылая уневестить господину его Исааку жену, и ходатайством водоношения обручите Ревеку открывый, сам благослови обручение рабов твоих, сего Бориса и сия Валентины, и утверди их, еже у тебе святым соединением, ты бо изначало создалось и мужеский пол и женский, и от тебе сочетывается мужу жена, в помощь и восприятие рода человеча. Сам, убо Господи Боже наш, пославай истину в наследие Твое и обетование Твое на рабы Твоя, отцы наши, в коем же роде и роде избранные Твоя. Призри на раба Твоего Бориса и на рабу Твою Валентину и утверди обручение их в вере и единомыслии и истине и любви. Ты, бо Господи, показалось и датися обручению и утверждатися во всем. Перстнем дадеся власть Иосифу во Египте, перстнем прославися Даниил во стране Вавилонской, перстнем явися истина Фамары, перстнем Отец наш Небесный щедр бысть на Сына Своего. Дадите Бо глаголят перстень на десницу Его, и заклавши тельца упитанного ядше возвеселимся. Сама десница Твоя, Господи, Моисея вооружив в чернем море, словом бо Твоим истинным небеса утвердишеся и земля основася, и десница раб Твоих благословится словом Твоим державным и мышцею Твоей высокою. Сам убо и ныне, Владыка, благослови перстни и положение сие благословением небесным, и ангел Твой святый да предыдет пред ними вся дни жизни их, яко Ты еси благословляя и освящая всяческое, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Блаженни все боящиеся Господа, ходящие в путях Его. Труды плодов Твоих снеси, блаженность и добро Тебе будет. Жена Твоя, яко лоза плодовита в странах дома Твоего. Сынови Твои, яко на рассаждение масличное, окрест в трапезе Твоя. Все так благословится человек, бояйся Господа. Благословит тебя Господь от Сиона, и узрище благая Иерусалима вся дни живота Твоего, и узрище сына сынов Твоих, мир на Израиля. По церковной традиции
по, ну, так сложилось исторически. Перед тем, как начать, ну, или продолжить таинство венчания, у жениха спрашивают, а хочешь вообще жить-то с невестой? И у невесты тоже спрашивают. Вот. Это, конечно, формальность. Понятно, что уже обручились, уже расписались, что это все. Но все-таки мы эту формальность соблюдаем. Да. Поэтому, Борис, имеешь ли произволение благое и непринужденное, и твердую мысль взять себе в жену сию Валентину, которую здесь перед тобой видишь? Да. Не обещался ли иной невесте? Нет. А, Валентина, имеешь ли твердую мысль и крепкое желание взять себе в мужа сего Бориса, которого здесь перед тобой видишь? Да. Не обещалась ли иному мужу? Нет. Хорошо. И вставайте вот на рушник. Так. Благословенно царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Господу помолимся о свышнем мире и спасении душ наших. Господу помолимся о мире всего мира, благостоянии святых Божиих церквей и соединении всех. Господу помолимся о святем храме всем и с верою, благоговением и страхом Божиим, входящих в Онь. Господу помолимся о великом Господине и Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, и о Господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите Ювеналии, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем причте и людях. Господу помолимся о Богохранимой и стране нашей России, сте и властях, и воинстве, и я Господу помолимся. О рабех Божиих Борисе и Валентине, ныне сочетывающихся друг другу в брака общении, и о спасении их Господу помолимся. О еже благословитеся браку сему, якоже в Кане Галилейсте, им Господу помолимся. О еже податеся им целомудрию и плодочрево на пользу Господу помолимся. О еже возвеселитесь им видение в сынов и тщерей, Господу помолимся. О еже дароватеся им благочадие восприятию и незазорному пребыванию, Господу помолимся. О еже даровати им же и нам всяко спасению и прошение, Господу помолимся. О еже избавитеся им же и нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Господу помолимся. Боже пречистый и всеотвари Содетелю, ребро праотца Адама, за Твое человеколюбие в жену преобразивый и благословивый их, и реки, раститесь и множитесь, и обладайте землею, и обою един ут показавый сопряжением, сего бы ради оставит человек отца своего и матерь, и прилепится к жене своей, и будет одва в плоть едину. Еже Бог сопряже, человек да не разлучает,
и же раба Твоего Авраама, благословивый и разверзый ложесна Сарина, и отца множества языков сотворивый, и же Исаака ревекца даровавый, и Рождество ее благословивый, и же Иакова Рахили сочетавый, и из него 12 патриархов показавый, и же Иосифа и Осинефу спряги, плод детотворения им, Ефрема и Манасию даровавый, и же Захарию и Елисавет приемый, и предтечу рождения им показавый, и же от корени Иисеева, по плоти израстивый преснодеву, и из нее воплотивыйся и родивыйся во спасение рода человеческого, и же за неизреченный твой дар и многую благость, пришедый в Кану Галилейскую, и тамошний брак благословивый, да явиши, яко твоя воля есть законное супружество, и еже из него чадотворение, сам Владыка Пресвятый, прими моление нас, рабов твоих, яко же тама, изде пришед невидимым твоим предстательством, благослови брак сей и подашь рабом твоим сим, Борису и Валентине, жизнь мирную, долгоденствие, целомудрие, друг ко другу любовь, в союзе мира, семя долгожизненное, о чадях благодать, неувидаемой славы венец, сподобие их видите чада чадов, ложи их ненаветно соблюди, и дашь им отрасы небесные свыше и оттука земнага, исполни дома их пшеницы, вина и елея и всякие благостыни, да преподают и требующим, даруя купно и сущим с ними вся яже ко спасению прошение. Яко Бог милости и щедроты человеколюбие, и сие тебе славу воссылаем, со безначальным твоим Отцем и пресвятым и благим и животворящим твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Господу помолимся. Благословенный си Господи Боже наш, и же тайного и чистого брака священно действителю, и телесного законоположителю, нетление хранителю, житейских благий строителю, сам и ныне Владыка, вначале создавый человека и положивый его, яко царя твари, и реки, недобро быти человеку одному на земле, сотворим ему помощника по нему, и взем едино от ребра его, создалась и жену, юже видев Адам рече, сия ныне кость от костей моих и плоть от плоти моя, сия наречется жена, яко от мужа своего взята бы сия. Сего ради оставит человек отца своего и матерь, и прилепится к жене своей, и будет одва в плоть едину. И я же Бог сопряже, человек да не разлучает, сам и ныне, Владыка Господи Боже наш, не спасли благодать Твою небесную на рабов Твоих сих, Бориса и Валентину, и дашь рабе сей во всем повиноваться мужу, а рабу твоему сему быть его главу жены, якода поживут по воле твоей. Благослови их, Господи Боже наш, якоже благословилыси Авраама и Сарру. Благослови их, Господи Боже наш, якоже благословилыси Исаака и Ревекку. Благослови их, Господи Боже наш, якоже благословилыси Иакова и вся патриархи. Благослови их, Господи Боже наш, якоже благословилыси Иосифа и Осинефу. Благослови их, Господи Боже наш, якоже благословилыси Моисея и Сипфору. Благослови их, Господи Боже наш, якоже благословилыси Иоакима и Анну. Благослови их, Господи Боже наш, якоже благословилыси Захарию и Елисавет. Сохрани их, Господи Боже наш, якоже сохранилыси Ноя в ковчеге. Сохрани их, Господи Боже наш, якоже сохранилыси Иону в чреве Китове. Сохрани их, Господи Боже наш, якоже сохранилыси святые три отроки от огня, не спаслава им росу с небесе, и да приидет на них радость оная, дюже и мяше, блаженная Елена, когда обрела честный крест. Помяни их, Господи Боже наш, якоже помянулыси Еноха, Сима, Илью. Помяни их, Господи Боже наш, якоже помянулыси святые Твои 40 мучеников, не спаславые им с небесе венцы. Помяни, Боже, и воспитавших их родителей, за не молитвы родителей утверждают основания домов. Помяни, Господи Боже наш, рабов Твоих уневестившихся, сшедшихся в радостью. Помяни, Господи Боже наш, раба Твоего Бориса и рабу Твою Валентину, и благослови их. Дашь им плод чрева, доброчадие, единомыслие души телес, возвыси их, яко кедры ливанские, яко лозу благорозгную, даруй им семя класина, да всякое самодовольство имущее изобилует на всякое дело благое и тебе благоугодное. И да узрят сыны сынов своих, яко на восхождение масличное окрест трапезы их, и благоугодивши пред тобою,
воссияют, яко светило на небеси. В Тебе, Господи нашим, с Тобою же слава, держава, честь и поклонение безначальному Твоему Отцу и животворящему Твоему Духу, ныне и присно и во веки веков. Господу помолимся. Боже святый, создавый от персти человека и от ребра его воссоздавый жену, испряги ему помощника по нему, заеже така угодно быть твоему величеству, не единому быти человеку на земли. Сам и ныне, владыка, не спасли руку твою от святаго жилища твоего, и сочетай раба твоего сего Бориса и рабу твою сию Валентину, за ней от тебе сочетоваются мужу жена. Соедини их в единомудрии, венчай их в плоть едину, даруй им плод чрева, благочадие восприятие, яко твоя держава и твое есть царство, и сила, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Так. Сейчас буду благословить, вы креститесь. Венчается раб Божий Борис, рабе Божьей Валентине, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Венчается раб Божий Борис, рабе Божьей Валентине, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Венчается раб Божий Борис, рабе Божьей Валентине, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. И целуйте икону. Угу. Встали? Прямо держи голову. Ага. Так вот. Так. Вроде ровно. Прям не налюбуешься на них. Венчается раба Божия Валентина, раба Божию Борису, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Венчается раба Божия Валентина, раба Божию Борису, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Венчается раба Божия Валентина, раба Божия Борису, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Красиво все. Господи Боже наш, славою и честью венчай их. Господи Боже наш, славою и честью венчай их. Господи Боже наш, славою и честью венчай их. Вонмем премудрость, вонмем прокимен, глас осьмы. Уложились на головах и грецы, от камней честных, живота просишь от у тебе, и дал еси им. Yeah.
прощение волмем. Братья, благодарящие всегда у всех, во имени Господа нашего Иисуса Христа, Богу и Отцу, повинующиеся друг другу в страсти Божией, жены, своим мужем повинуйтесь, як уже Господу, за Нему ж глава есть жены, як уже и Христос глава церкви, и то не спаситель тела, но як уже церковь повинуется Христу, так уж день жены своим мужем во всем. Мужи, любите свои жены, як уже и Христос возлюбит церковь, и себе предали за нее, да осветит ее, очистит баню водную в лаголе, да представит ее себе славно церковь, не имущую скверны, или порока, или нечто таковых, но да есть святая и непорочна, как он должен суть мужей, любите свои жены, яко свои телеса, любя его свою жену себе самого любит. Никто же бы когда свою плоть возненавидит, но питайте грехью, яко же и Господь церковь, за не будет мы тело его, от пяти его и от кости его, сего ради оставит человек отца своего и матери, и прилепится к жене своей, будет от два в плоть едину, тайная сия велика есть, аже глаголю Христа его церковь, обаче вы, поединому кинижду свою жену, сицина любит, я тоже себе, а жена добудется с моего. Чтущему и духами твоему премудрость. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Вина, глагола мать Иисусова к нему, вина не имут, глагола ей Иисус, что есть мне и тебе, жена, не упреди час мой, глагола мать его слугам, ежащий глаголит вам, сотворите, бег уже ту водоносы камень не шесть, лежащий по очищению иудейску, вместящий по двема или трем мерам, глагола им Иисус, наполните водоносы воды, и наполнише их до верха, и глагола им, почерпите ныне, и принесите архитриклинови, и принесоша, якоже вкуси архитриклин вина бывшего от воды, и не ведешь, откуда есть, слуги же ведику, почерпшие воду, пригласи жениха архитриклина, глагола ему, всяк человек прежде доброе вино полагает, и когда упьются, тогда худшие. Ты же соблюлась и доброе вино доселе. Все сотвори начаток знаменем Иисус в Кане Галилейской, и яви славу свою, и веровавши в Него ученицы Его. Души
души и от всего помышления нашего Отце. Господи, Вседержителю Божий, Отец наших, молим Тебя, услыши и помилуй. Помилуй нас, Боже, по велице и милости Твоей, молим Тебя, услыши и помилуй. Еще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих, Бориса и Валентины, и всех зепредстоящих и молящихся, и всех православных христиан, и о еже умножить им лето живота их. Яко милостивый человеколюбец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Господу помолимся. Господи Боже наш, во Спасителем Твоим смотрении, сподобивай в Кане Галилейской честные показать и брак Твоим пришествием, сам ныне рабы Твоя, Бориса и Валентину, я же благоволил иси сочетовать все друг другу в мире и единомыслии сохрани. Честный их брак покажи, нескверный их ложе соблюди, непорочное их сожительство пребывать и благоволи, и сподоби их в старости маститой, достигнути чистым сердцем делающих заповеди Твоя. Ты бы иси Бог наш, Бог еже миловать и спасать, и Тебе славу, воссылаемся безначальным Твоим Отцем и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Дне всего совершенно свято, мирно и безгрешного Господа просим. Ангела мирно, верно, наставника, хранителя души телес наших у Господа просим. Прощение и оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и мир и мирови у Господа просим. Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончать его, Господа, просим. Христианские кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшнем судище Христове просим. Соединение веры и причастие Святаго Духа, испросивши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. И сподоби нас, Владыко, содерзновением неосужденно смейте призывать и Тебе, Небесного Бога Отца, и глаголати. Отче наш, Боже, и Сын Небесный, святитесь имя Твое, да приидет Царство Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков. Мир всем. Главы ваши, Господи, ви преклоните. Господу помолимся. Боже, вся сотворивай крепостью Твоей,
и утвердивый вселенную, и украсивый венец всех сотворенных от Тебе, и чашу общую сию подавай, сочетывающимся к общению брака, благослови благословением духовным, яко благословися Твое имя и прославися Твое царство, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Святого Духа. То есть первый глоточек ты делаешь, потом Валентин. Угу. Так, давай. Все сравниваем пьем. Угу. Это испанский. Да. Сегодня. И Святого Духа. Этим дрежь, кажется. Так. Борис, пока. Чтобы аромат не устал. Угу. Подходит, подходит. Там на всякий случай. Угу. Так. Ну, хоть рады? Да. Ну ладно, сейчас. Руки вместе складывайте вот так вот. Так, так. Мы сейчас сделаем три круга вокруг Евангелия. В центре нашей жизни должна быть любовь и друг к другу, и к Господу Богу. Поэтому мы и вокруг Евангелия пойдем. Исаии ликуй! Исаии благословись, яко же Исаак, и умножися, яко же Иаков, ходя и в мире, и делая и в правде заповеди Божии. Крестимся. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. И ты, невеста, возвеличися, яко же Сара, и возвеселись, яко же Ревекка, и умножись, яко же Рахиль, веселящийся о своем муже, хранящий пределы закона, занятака благоволи Бога.
Господу помолимся. Боже, Боже наш, пришеди в Кану Галилейскую, и тамошний брак благослови, и благослови и рабов Твоих всех Твоим промыслом к общению брака сочетавшихся. Благослови входы и исходы, умножи во благих жизни их, восприми венцы их в царствии Твоем нескверны и непорочны, и ненаветно соблюдай во веки веков. Мир всем! Главы ваши, Господи, ви преклоните! Отец, Сын и Святый Дух, Всесвятая и Единосущная и Живоначальная Троица, Едино Божество и Царство, да благословит вас и да подаст вам долгожитие, благочадие, преспеяние жизни и веры, и да исполнит вас всех сущих на земле благих, да сподобит вас и обещанных благ восприятия молитвами Святые Богородицы и всех святых. Господи Боже наш, венец лета благословивый и сия венцы возложите, предавый законом брака, сочетавшимся друг другу, им мзду аке отдая им целомудрие за нечисти, ко иже от тебе у законоположенному браку сочетавшися, сам и в разрешении сих венцев сочетавшихся друг другу, благослови, и сочетание их нерастязаемо соблюди. Да благодарят всегда Всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Мир всем! Согласное достигше, раби Твои, Господи, и последование совершивши в Кане Галилейской брака, и спрятавши я же в нем знамение, славу Тебе воссылают Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Кане Галилейской, пришествием своим честен брак показавый, Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистые Своей Матери, святых славных и всехвальных апостолов, святых боговенчанных царей и равноапостолов Константина и Ирен, святаго великомученика Прокопия и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец. Благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение, и во всем благое поспешение подашь, Господи, рабом Твоим, Борису и Валентине, со сродниками их и сохрани их на многое и благое лето.
отдохнуть. От всей души поздравляю Бориса, Валентину, всех родных, друзей, близких, кто сегодня пришел в храм. Сегодня большое торжество у вас лично в жизни, но и у нас тоже торжество большое, потому что мы любуемся на вас. Вот когда вы фотографировались друг с другом где-то там с цветами, то вот честно, радовались за вас просто великой радостью. Во-первых, конечно, с какого-то конкурса красоты они сбежали оба. Да, молодцы, красавцы. Вот. И чувствуется великая друг к другу любовь. Это очень здорово. И пусть Господь Бог вашу любовь умножает, укрепляет и хранит на много лет. Задувайте свечи. По русской традиции в конце венчания обычно, ну и так, чтобы на камеру было видно, целуются трижды. Так что сейчас, подождите, сейчас камеры приготовятся. Да, сейчас давайте загашу, чтобы они не дымили силы. Ну, в губы поцелуйте, чего вы там, так в щечки-то. Давайте, целуйтесь. Я не думаю, что Борис и Валентина подгадывали сегодняшний день, чтобы венчаться на день памяти святых царственных страстотерпцев. Или вы подгадывали? Да. Дело в том, что сегодня память святой царской семьи. У нас обычно о царской семье мало что знают или говорят о том, о чем услышали в каких-то источниках, не совсем, может быть, православных или совсем не православных. Но скажу честно, когда я познакомился с жизнью святой царской семьи, я удивился. Вот я не перестаю удивляться. И их любовь была тоже очень трогательной и просто вот необыкновенной. Вот эта любовь царской семьи тоже на вас как-то вот так отпечаталась. Вот. Ваши иконы Спасителя и Божьей Матери. Маленькая, правда, икона, но из Ливадийского дворца из Крыма. Это царская семья. Да. Сейчас вы будете поздравлять молодоженов. А вот они будут стоять, наверное, здесь. Так, давайте, может быть, вот так вот сделаем. Держи. Вот снизу. Ага. Да, да. Вот так. Да. Да, да, да. Вот так вот. Фотографируйте. Ну что, подходите, поздравляйте, целуйте хоть молодоженов. Сейчас.